Привет, с вами Радмит Фердир. Итак, сегодня мы устанавливаем The Sims 4 City Living. Итак, вот начальная у меня файл. Я вынял его, извлек его из WinRAR'а. Да? Он весит 18 гигабайтов, в общем, вот сетап 1 бин. 18 гигабайтов. 18,5 гигабайтов. Вот. Нажимаем сетап. Мы соглашаемся. А, хотите купить игру? Да, окей, типа. Музыка. В общем, в этой игре есть кряк. Конечно, встроен. В общем, итак, у нас устанавливаем, как всегда, мы C, Program Files, The Sims 4, City Living. Нажимаем Next. Ставим, конечно, на дистопе и Start меню. Это можно ставить, но обязательно нажимаем, убираем, в общем, галочку. В моем случае я убираю галочку, мне не надо. Мне только, чтобы на рабочем столе было бы. Нажимаем Next. Нажимаем Install. Итак, идет установка игры. Итак, встретимся, когда игра установится. И затем установим кряк. О, так. Итак, у нас The Sims 4 City Living установился. Так. Здесь галочку мы убираем. Финиш. Итак, заходим. Где наш кряк? Так, это наш. Что я снимал? Только что видео. Снял видео. Так. И он находится в... Кряк находится в загрузке. Мой компьютер загрузки. The Sims 4 City Living. И вот. Кряк. Game. Bin. Выделяем все. Левой кнопкой мыши копировать. Так вот. City Living. Левой кнопкой мыши расположение файла. Он находится у меня в мой компьютер. Acer C-Disk Program File The Sims 4 City Living. Games Bin. И мы вставляем кряк. И нажимаем запустить. Выполнить для всех текущих элементов. Ставим здесь галочку. И нажимаем кнопку продолжить. Итак, мы вставили. И осталось игру запустить. Хе-хе. PSM. С вами Радмит Фердир. Итак, у нас... The Sims 4 установился. The Sims 4 City Living. Итак, зашли мы в мой компьютер, Acer C, Program Files, The Sims 4 Living. Итак, увы, у меня тут рядом канал, пользователь канала Edgar L. Но у нас... Пока что мы с ним не будем снимать видео. Это заходим мы мой компьютер C Program Files The Sims 4 Game Bin. Мы ставим кряк. Да, я слушаю. И потом он обещал, так что посмотрим. Надеюсь, снимет видео. Он хотел канал Эдгар Л, хоть канал, что я снесу, Rust игру снять. Как он играет, интересно. Посмотрим. Итак, вот. А мы о чем? The Sims 4 Living. Вот. Мы выняли... что мы? Извлекли файл. Вот он, вот эти два, вот это,
Это и это. Вот наш кряк. Game bin. Вот. Мы его вставили. Мы вставили его в... В мой компьютер. C. Program Files 86 у меня. У меня 86, что я несу. Windows 86. У меня Windows. Windows 64 бита. То есть он установился в Program Files. И здесь должно быть... Вот оно. Вот оно. Это 74 Living. Конечно, я с веб-камеры пока... Пока что я... У меня... Не обращайте внимания на качество видео. У меня я снимаю видео без своей профессиональной камеры. Я встроенная у меня камера в ноутбуке. Вот. Вот так что... и заходим мы в гейм. Bin. И вот ZSIM4XH. Запускаем. Итак, придется немножко подождать. Вот, эта самая игра запустилась. Как вы видите, игра у нас... Итак... Ой. The Sims 4. Вот. Кино за 74. Потом сад, сад, каталог. Детская комната, каталог. Что ж, я тебя
вот, в общем, найдем. Плей. О, что-то не то. О, the samba. Laba, Hefedroy. The Tisa Wallake. Shlo Vigila. Устанавливаем ламурный винтаж и жизнь в городе, конечно. The Sims 4. Вот так. Я все подготовил, даже бумажку. Итак, для этого нам нужно будет... Вот я скачал. Он весит... игра, дорогие, 18,5 гигабайтов. Нажимаем далее. Итак, вот наш основной файл, который я скачал, да? Вот он. Восемнадцать, я вынял его, экстрактировал, и он мне выдал вот setup 1 bin, setup exe, rarbg.ext, autorun и crack. Ну, мы сегодня устанавливаем игру, значит, устанавливаем. Нажимаем setup, нажимаем далее. Итак, если что, я скину, как говорится, в описании, где я скачал эту игру. Если что, внизу. И там же сама. Поставьте лайк обязательно. И подпишитесь на мой канал. Итак, сетап. Хотите вы купить игру? Да ну, какой купить? Вторая музыку. Итак, мы устанавливаем VC, Program Files, The Sims. Ну, я думаю, в Games мы будем устанавливать VC, Games, The Sims 4, City Living. Нажимаем Next. Итак, здесь мы выбираем. Я, допустим, выбираю только креатив Desktop икон. Иконка на дистопе. Нажимаем Next. И Install. Игра инсталируется. Увидимся, когда игра закончит устанавливаться. Привет всем, с вами Радмит Верзир. И сегодня мы устанавливаем The Sims 4 City Living. Для этого нам нужно будет демон Twist Light. И сама папка, детка, игра, которую мы будем устанавливать. У меня она находится в загрузках, конечно. The Sims 4 City Living. В формате ISO. Мы нажимаем
Думаем твой слайд. Открываем. Нажимаем добавить образ. Выбираем наш RRLT74 ISA. Нажимаем открыть. Затем левой кнопкой мыши монтировать в STC. Итак, наш образ смонтирован. И он у нас смонтирован. Вот наш образ. Диск VD Room F. Нажимаем левой кнопкой мыши. Или даже можно вот на него просто нажать здесь. Просто на него нажали. И вот он наш сетап. Нажимаем. Итак, разрешить этому приложению неизвестного издателя вносить изменения в ваше устройство. Ну, я не знаю, как говорится. Вы не знаете, какое издательство. Конечно, IE Games за 74 произвел, сделал. Нажимаем «Да». Итак, нажимаем «Ок». Мы будем устанавливать за 74, конечно, City Living, и мы нажимаем Browse Games. Окей. Мы поменяли только что папку. Ну, это как вам удобно, конечно, куда он сохраняет игру. Ну, в моем случае, пусть лучше будет в C Games за 74 City Living. Нажимаем Next. Итак, выбираем иконка на рабочем столе и иконка на старт меню. Мне нужно только на в этом самом на дистопе, так что будем на дистопе. Нажимаем install. Итак, установка пошла у нас. Увидимся, когда игра установится. Итак, игра установилась у нас. Убираем здесь у нас галочку, нажимаем финиш. Вот наша игра. Итак, заходим в наш, где мы смонтировали образ. Нажимаем вот. Нажимаем кряк. Game. Bin. Копируем все. Копировать. Нажимаем левой кнопкой мыши. Расположение файла. У нас установлена игра в мой компьютер. C Games. The City Living Game Bin. И сюда вот вставляем. Замена, конечно. Так мы смонтировали. Не смонтировали, а кликанули. Кряк вставили. Итак, вот наш экран. Запускаем. Это за 74. City Living. Жизнь в городе. Итак. Меня он не опознал мою видеокарту. Какая там видеокарта? В общем, не понял. Мы, в общем, выходим. Итак, и эта рубрика будет называться у нас Sims The Sims 4. Дата выхода дополнения. Итак, поехали. Первое дополнение у нас The Sims 4 Outdoor Retreat. Это The Sims 4 Поход. Итак, дата выхода, конечно, 12 ноября 2015 года. Это в США. В Европе 13 тоже января 2015 года. И в России 12 января 2015 года. А дата выхода на Mac 17 февраля 2015 года.
Так, это у нас игра поход. Следующая игра у нас Get to Work. На работу. Это первое дополнение. Что мне сказать? 31 марта 2015 года. В Европе 2 апреля 2015 года. В России 31 марта 2015 года. Дата выхода на Mac 31 марта 2015 года. Дальше у нас 84 Luxury Party Stuff. 84 роскошная вечеринка. Первый каталог. Я думаю, дата выхода я не буду озвучивать, потому что это очень долго будет. У меня тут много, очень много. Видео будет очень длинным, как вижу я. Или все же озвучивать? Или нет? Я, в общем, скину файл под видео. Дата выхода каждой игры. Итак, следующее у нас. Следующая игра. Это внутренний дворик. Perfect Patio Stuff. Второй каталог. Следующий у нас Spa Day. День спа. Второй игровой набор. Следующий у нас Cool Kitchen Stuff. Классная кухня. Да, классная кухня. Третий каталог. Дальше. Spooky Stuff. Жуткие вещи. Четвертый каталог. Дальше идет у нас Get Together. Веселимся вместе. Второе дополнение. Дальше. Movie Hangout Stuff. Домашний кинотеатр. Пятый каталог. Дальше. Romantic Garden Stuff. Романтический сад. Каталог. Шестой каталог. Дальше. Kids Room. Детская комната. Детская комната. Это у нас седьмой каталог. Dine Out. Это у нас в ресторане. Третий игровой набор. Дальше. Backyard Stuff. На заднем дворе. Восьмой каталог. Дальше. City Living. Третье дополнение. Дальше. Винтаж Гламур Стаф. Гламурный винтаж. Девятый каталог. И четвертый игровой набор. Мы очень-очень ждем. Прямо он должен выйти вот-вот-вот. Очень скоро. Прямо это 74 вампиры. 74 вампир геймпэк. Четвертый игровой набор, как я сказал. Дата выхода уже известна. Дата релиза в США это 24 января 2017 года. В Европе это у нас 24 тоже января 2017 года. Та же самое и в Европе. И так же самое выйдет он на Mac 24 января 2017 года. Вот. Давайте посмотрим трейлер к игре The Sims 4 Вампиры. Ставьте лайк, обязательно.
и подпишитесь на мой канал.